что, если выпить одну банку претрена в день? Давайте узнаем это. Попробуем. Давай. Посмотрим, что там внутри. Что там из адамантия сделаны, фольга? Спустя столько лет. О, ебать, она розовая. Здесь, короче, 40 порций, 210 грамм. Пока что зарядим сразу два скупа и пойдем. Сегодня день груди, и это будет вообще кайф. Полетело первое. Да? Да, бро. Не то, что клубника, как будто малина. Мы выпили 4 ложки всего лишь, а осталось тут еще очень-очень много. Пришло время третьего скупа. Я готов. Как ты себя чувствуешь? Покажи зрачки. Картинки контрастные, да, стали? Да, лучше чувствуется вообще. Сюда. Очень кисло. Как будто резкость увеличили. Да-да-да. Оперативки побольше стало. Нормально. Четвертый скуп для болотов. Кислота, да, вообще? О, бля. Я заряжен. Еще одна на базу. Тяжело что-то идет, блядь. Претрен паленый, похуй. Вообще трясет нахуй внутри. Видишь это, блядь? Как себя чувствуешь, брат? Вообще прет. Просто хочется сжать и сжать. У меня просто сердце не осталось. Да, укрыли. А что, тебя не трясет вот просто? Ну, до этого тошнило, что нормально более-менее. Поливать неохота, да, уже? Не, вообще кайф. Легко вообще, бля. А кто говорил то, что кожа горит, когда ты пьешь претрен? Я говорил. А почему? У меня вообще нет такого. Мы должны, типа, дойти до такой стадии, чтобы у нас кожа горела? Ну, у меня покалывает. У меня пока нет, меня просто трясет. Ну, я меньше, доза для меня больше. 160 килограмм на штанге. Вот. Блять, сука. Смотри, все меньше и меньше уже остается, видишь? Ага. Оп. Она уже противной становится. Тебя не тошнит? Чем больше пьешь, тем больше она противная. Тебя не тошнит? Пока нет вообще. Ну пока. Нормально ложка трясется? Да. На рука? Типа. Солта. Что это у нас там Булат делает? Что это у нас там Булат делает? Опа. Как же? Все хорошо. Да. Состояние тревоги просто. Она преследует тебя. Ты не можешь успокоиться, короче. Че, где тут опасность находится, да? Да, мне даже вот этот звук, он как-то нервирует уже. И вообще вся обстановка, которая здесь находится, эти люди, вот этот шум, он быстро надоедает. Мне отсюда хочется, ну, хочется свалить, короче. Вот, и блевать охота. Нервирует, короче, все такое. Вообще все вокруг. В смысле? Я вообще не собираюсь блевать, еще угораешь. Подпрыгну. Бля, ты сотку сможешь, братан. Ты сотку сможешь. Что, нормально? Бля, это вообще что-то хуёво, блядь. Все прям реально подташнивает? Короче, да блад, сейчас блевать будет. Да уйди, выйди отсюда, пожалуйста. Это вообще плохо. Чё ты как, чувак? Нормально, бро? Ты чё, снял, дурак, блядь? Не, не снимал. Я бы встал, как будто. Реально?
Ну как рукой сняло. Отходняк, короче, какой-то. Я один раз так пробивался при тренировке, вообще сразу полегчало, да? Бля, вот в горле жжет, короче. Проблевался сейчас. Ну мне попей, холодно. Попей просто больше. Нормально все будет. Мы еще половину банки только сделали. Половину банки сожрали. Еще половина осталась. Надо же доесть, да? Ну да. У нас еще есть, грубо говоря, полдня. Да. Чтоб мы доели претрен. Вот и прошел день груди с руками. Сними меня. Закончили нашу тренировку. У тебя рука трясется, братан. Нормально. В общем, мы съели почти половину банки. Осталось съесть половину банки. Уже после тренировки уже оформим все это дело. Ну да. А пока доделаем подходы и сворачиваемся. Лошмать, посмотри на руку. Это до сих пор действует? Кстати, меня уже типа отпустило Сузы. На самом деле. Реально без рофла, сама дергается. Тошнит. Что у тебя случилось? Ты мне тошнит просто. Я уже минут 20 сижу, ну, после тренировки. Мне все так же херово, меня трясет просто. Пацаны, это точно не так, как вы себе представляете. Представляю, что мне будет штырить, типа, класс, и будет просто херово. Ну, что-нибудь так тошнить и калашматить. Я не этого точно ожидал. Это очень неприятное ощущение. После трения еще одна залетает сейчас. Начинки кислая. Еще одну сейчас закину сразу. Еще одну. Типа уже полбанки точно нету, тебя, понимаешь? Ебать, мне плохо не станет. Похуй. Я пришел домой. Сейчас выпью еще одну и еще одну. О, уже воротит от этого запаха. И еще одну. Я сразу смешал с водой. Не стал закидывать в рот. А потом запивать. А решил сначала воду и перемешать в шейкер. Эти были крайние две ложки предтрена. Они были лишними, и мне стало плохо. У меня начала болеть голова, начались покалывания конечностей, и очень сильно покраснело лицо. Я пролежал полчаса, думая, что все пройдет, но затем меня начало тошнить. Я выпил активированный уголь, пил много воды, но забыл померить давление и пульс. И тут я снова пошел блевать. Короче, нет смысла продолжать. На этом закончим. Если понравилось видео, ставьте лайк. Пишите в комментариях свои предложения, что снять на следующее видео. И не забудь подписаться.